Всем привет! Сегодня 4 апреля 2017 года и посмотрим, как растет моя эустома. 10 кустиков хорошо развиваются, но растут очень неравномерно. Есть кусты более мощные, есть кусты слабые. Почему так, я не понимаю, хотя схожесть у семян была хорошая, стопроцентная, из 10 семян взошли 10, но развиваются все кусты по-разному. Часть кустов была прищиплена верхушка, поэтому они отстают в развитии, ну, естественно, сроки цветения тоже. У тех растений, которых не была прищиплена верхушка, вот они такие уже высокие. Один куст радует меня. Вот на нем уже появились цветочные бутоны. Хорошо видно, они буквально за последние 2 недели с момента выхода последнего видео про эустому очень хорошо подросли. Тогда цветочных бутонов не было. Продолжаю подкармливать также кальциевой селитрой. Два грамма на 1 литр воды. В пазухе листьев вот тут вот образуется 3 бутончика. Я думаю, что растениям уже тесно в этих горшках, поэтому я хочу купить горшки побольше и просто перевалить их, оставив также, не пересаживая каждое растение в отдельный горшок. Так что, кто еще не посеял эустому, можете это сделать. Я не буду высаживать на улицу. И эустома может расти прекрасно в комнатных условиях. Вот она у меня уже практически год растет дома. Только, конечно, нужно не забывать поливать ее, потому что когда она уже вот такая большая, то требует очень много воды, и если вы забудете ее полить, то сразу листочки увядают. Но если это не длительно, после полива она восстанавливается. Желаю дождаться цветения вашей эустомы.